Анонс и точная дата выхода 218 серии турецкого сериала «Клятва». 218 серия сериала выйдет в эфир 1 апреля. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как благодаря Джавидан Райхан узнает, что Эмир знает всю правду. Райхан, которая и без того переживает сильное эмоциональное потрясение, чувствует себя так, будто Эмир нанес ей сокрушительный удар. С другой стороны, Джавидан ищет видео, которое может разоблачить ее. Сможет ли Джавидан найти запись, перевернув весь дом вверх дном? Как считаете вы, уважаемые зрители? Оставьте свой отзыв в комментариях. Кемаль думает, что отныне все кончено, и начинает бракоразводный процесс. Он хочет как можно скорее закончить все это, не зная правды и думая, что Нарин действительно хочет с ним развестись. Состоится ли развод Нарин и Кемаля, когда они предстанут перед судом? Все это мы сможем увидеть уже в новых сериях сериала. Напомним, 218 серия сериала выйдет в эфир 1 апреля. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Желаем всем 36,6.